Становление Судабиев, его влияние на зарождение и развитие казахского ханства, лучшие образцы свода законов и работу современной судебной системы обсудили в Кызылорде. Там прошла республиканская научно-практическая конференция на тему «Доблестный путь Касымхана». Известные историки, судьи, этнографы и исследователи рассказали участникам о первых законах казахского ханства, образованного 550 лет назад. По мнению докладчиков, богатая история казахской государственности сыграет особую роль в формировании исторического сознания народа и патриотического воспитания молодежи. Конечно, всю реаль прошлых столетий перенести на сегодняшнюю нашу жизнь, это может и невозможно. Тем не менее, те положительные стороны, которые сыграли положительную роль, они должны быть нами изучены с точки зрения сегодняшнего дня, и они должны быть переданы нашему молодому поколению, потому что им предстоит завершить, продолжать те начинания, которые на сегодня мы имеем.